На избирательные участки приходят всей семьей. Напомним, голосование продлится до 17 марта. Избиратели могут выразить свою гражданскую позицию и выбрать кандидата в президенты России в любой из трех дней. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. К процессу голосования присоединились и семья Россиевых. Виталий и Надежда рассказали, почему для них важно участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Супруги пришли в избирательный участок при 33-й школе вместе с маленьким сыном Домиником. Пришли всей семьей. Да, это наш будущий выбор, чтобы стабильность была какая-то, уверенность в завтрашнем дне. Также семья Россиевых принимала участие в краеведческой викторине всей семьей. После сделанного выбора супруги сдали заполненные анкеты викторины волонтерам. Неважно, каким образом вы решили принять участие в выборах – с помощью электронного голосования или на избирательном участке. Главное – высказать свое мнение о будущем курсе развития России. Мы поинтересовались у тех, кто пришел в этот день на избирательный участок, почему это важно – проголосовать на выборах президента страны. Почему вы решили проголосовать именно сегодня? В первых рядах голос за кандидата в президенты, выполнить свой государственный долг. Почему вы решили проголосовать именно сегодня? Дальше выходные, и на них лучше отдохнуть с семьей. А сегодня рабочий день, можно завершить еще походом сюда, на участок. А скажите, пожалуйста, вы всей семьей участвовали в краеведческой викторине? Да, вот как раз бумажку надо донести. А подскажите, пожалуйста, за народного учителя голосовали? Будете голосовать? Конечно. У меня мама учительница, и я свою учительницу тоже обязательно поддержу.